Церемония «Лучшие из лучших» в Сарове проходит каждый год в День науки. В центре внимания школьники, которые добились выдающихся результатов в учебе и дополнительном образовании. В этом году акценты слегка сместились, чествовали не только детей, но и их педагогов. Церемония стала символическим стартом года педагога и наставника, объявленного в России. Не бывает неталантливых детей, они каждый обладает своей изюминкой, но я надеюсь, что вот именно вам повезло с вашими наставниками, что они нашли вашу черту и провели вас сквозь бурю, сквозь неудачи, иногда отеческим подзатыльником, направили на дружный путь, и результат уже здесь. Алексей Сафонов особо поблагодарил учителей и тренеров, педагогов дополнительного образования, тех, кто передает свои знания и опыт, помогает и подсказывает в сложной ситуации, делится частичками сердца и души. Награду из рук главы города в этот день получили 15 детей и их педагоги. В конце церемонии на сцену поднялся один из награжденных – Лев Цветков. Дорогие учителя, наставники и педагоги, ваша профессия самая благородная, сложная и важная. Вы делаете этот мир лучше. Под вашим руководством мы проходим через многие трудности, преодолеваем их и получаем отличный старт для дальнейших свершений. Не зря говорят, что талантливый человек талантлив во всем. Большинство из детей, участников церемонии, отличились не только в одной сфере. Они успешно совмещают учебу, спорт и дополнительное образование, ездят на конкурсы и конференции. Ксюша Зайнина, ученица третьего лицея, играет на синтезаторе, любит танцевать. Катается на горных лыжах и сноуборде и пятый год занимается в детской школе искусств под руководством Анжелики Ермаковой. Это очень важная для меня награда. Мне очень приятно ее получить. Ее я получила за успехи в вокале. В 2022 году я участвовала в больше, чем 20 конкурсах. В половине из них я была лауреатом первой степени. Эту награду, я считаю, что награду получила не только я, но и мой педагог, потому что если бы не ее упорство и вера в меня, то я бы не была сейчас здесь и не получила бы эту награду. В финале церемонии ее участники сделали общее фото. Екатерина Опенова, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей Саров-24.